Парад Победы в Бурятии пройдет без зрителей. Объяснять почему, думаю, смысла нет. Тем не менее, выход найден. Все ключевые акции все равно проведут. Это и марш военной техники на площади, и установка почетного караула на мемориале Победы, и, конечно же, возложение цветов и венков. Все это можно будет теперь посмотреть в режиме онлайн, не выходя из дома. Над городом пройдет группа истребителей Су-30СМ, да, на низкой высоте, и завтра уже начнутся пробные полеты. Город уже дал разрешение, поэтому завтра и послезавтра над городом Улан-Удэ пройдут наши 4 истребителя. Поэтому мы и хотели в первую очередь попросить вас рассказать не только о том, что 9 мая пройдет в военном режиме, но и предупредить наших граждан о том, что завтра вот такие, так сказать, пробные полеты состоятся. А вот уже завтра можно будет посмотреть репетицию в воздушной части парада. Авиашоу начнется примерно в полдень, точно так же послезавтра и 7 мая.